Омтівює про головне. Это просто уділітний кретин. Федеральні російські змі знов почали цитувати нову маячню Путіна, де він вкотре почав брехати, що Грефія ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України. Ми это делали. і делаем сейчас. Ці заяви після тижнів російського ракетного терору та цілеспрямованих ударів по цивільних об'єктах не випадкові. Це чергова Гебешна гра і це дешева маніпуляція. Але дешеві маніпуляції розраховані на великі маси людей, особливо в умовах безперервного жаху і страждань, інколи починають працювати. Російський терор і далі буде продовжуватись в такій спайці, мовляв, це не ми. Ми хочемо переговорів, але ми змушені вас вбивати, оскільки ви не хочете капітулювати. Це чисто чекійська ГБшна тактика, лише екстрапольована на цілу повномасштабну війну. Вони так завжди робили. Де їм жити? коли закінчиться, об'ясніть, коли це все закінчиться, коли війна закінчиться, враг на нас. Хто захистить народ? И надо прекрасно всім поняти, всім і політикам, нам що ветеранов Третьої світової. Не будет. Что это вообще значит? Это значит, что в случае большого Махача ну то есть больше, чем он есть сейчас, то от Российской Федерации ничего не останется вот в прямом смысле этого слова: Значит, пока российская пропаганда днем и ночью грозит Соединенным Штатам, наши американские друзья, как это ни странно, они молчат и просто выпускают оружие и боеприпасы. И это прекрасная новость, потому что, может, не в том объеме, как мы хотим, но кое-что перепадает. И нам в том числе на ракеты Джаса, немножечко атакам, немножечко Тамагавков, Простите, с Тамагавками я пока поспешил, но тем не менее вопрос на повестке дня. Сейчас, вот прямо сейчас, вот в эти минуты, когда я пишу видео, проходит встреча в Рамштане, туда приехал президент Украины, министр обороны Ллойд Остин, и ясно одно, что проблем с баблом, ну, по крайней мере, американским, но ну, как минимум до конца этого месяца не будет, и вот мы получаем Новый пакет на 250 миллионов долларов? Это очень и очень здорово, особенно э, во время проведения э, курской операции. Потому что там происходит такое, что э, ну, знаете, когда местное российское в прошлом население обращается к Путину через ВСУ, э, как говорится, такого еще не было. Если кратко, что происходит в Курской Области продолжает происходить. Исчисляются уже приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами. 4 на 5, 3 на 5 так и так далее. Да, это синхрон с вчерашнего видео. Оно очень и очень показательно. О том, как ВВХ а, ну, настолько ослеплен а, Донбассом. И желанием уничтожить там все и убить там всех. Что Курская область, она ему не болит. И он делает вид, что ее в принципе нет. Но зато он хвастается, что... Ему удалось обхитрить Сырского, и он не забрал ни одной воинской части с Покровского направления. И там есть разные мнения по этому поводу. И, насколько я понимаю, мы все-таки исходим из заявлений наших командиров и генералов. Наступление местами остановлено, как на Покровском направлении, смотри, интервью сырского CNN. Ну или частично оно замедлилось. Так вот, значит, вообще, если взять, проанализировать только публичные, внимание, публичные заявление Владимира Путина, сразу становится понятным, что он того, слетел с картушек. Ну, смотрите, не прошло и месяца, как говорится. 12 августа ВВХ, ну, в смысле, Владимир Владимирович заявляет, о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям. Это он на себя, очевидно, по гражданской инфраструктуре тоже о себе. Либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Ой, опять он о себе. Значит, 12 августа. Проходит он две недели, 2 сентября, Владимир Путин. Ну и после этого, мне кажется, возникнет желание действительно не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам. Значит, 5 сентября. Россия готова вернуться к переговорам с Украиной на основе соглашений, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Ну, хочется безумному деду сказать, что соглашение, ну, во-первых, никто в соглашение с Рашкой не верит. Это первое. А во-вторых, ну, это учат на первом курсе университета Международное отношение факультет, соглашения это когда не подписаны. <laughs> Если они не подписаны, то это мечты. Но смысл в чем? Значит, деда безумного просто шарахает от одной крайности в другую. Причем и в одной, и в другой крайности, Курскую область он не видит. А мы видим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, мы называем здесь вещи своими именами, и, и это прекрасно, потому что на связи жители Курской области, которая, а, внимание, продолжает переходить под контроль вооруженных сил Украины, а местные жители жалуются, что у них не работает телевизор, ну и ведут дискуссии с украинскими военными. Ну что, давайте окунемся в будни же под украинским флагом. Правительству Российской Федерации, правительству Курской области, чтобы они договорились о предоставлении коридора и чтобы нас вывезли из зоны военных действий. У меня на руках 89 и 70 и инвалиды и 88 лет. Поэтому мы не могли. Эвакуации, как таковой, не было. Объявления о том, что надо эвакуироваться, не было. Ушли те люди, которые, которые могли ходить мо двигаться, да. где-то как-то. И ушли через речку. Ушли. Вот. А мы выехать не могли. Так, через речку, ну, наверное, они тогда не ушли, а уплыли, потому что едва ли жители Суджанского района научились ходить по земле. Тут вопрос в следующем: я тут ну, не собираюсь иронизировать над людьми, которые находятся в этой ситуации. Как сказал Путин, они преодолевают сложный период. Только он почему-то стесняется сказать что-то в Курской области. Да, у Путина стоп-слово все-таки появилось. Это нет. Не Алина хватит. А Курская область. А Алину просто охрана не допускает к телу, пока еще живому. Но тут тоже есть некоторые перспективы. Смотри следующее видео на этом канале. Если кратко... Был вопрос, изменится ли Россия после смерти Путина? Мое мнение такое. Надо пробовать э -э без газа. Мы уже давно без газа, без света, без воды, без связи. Без связи. Без связи давно уже вообще. Дрова на исходе собираем <с>... Дров в лес страшно Тровь идти, палки. потому Повышаем. что Сойдешь? мины. Поэтому мы просим нас вывести отсюда. Для кого война? Хорошо, не для кого. Это особенность мышления российского гражданина, точнее населения. Вот перед вами одна из особей этого населения. То есть два с половиной года бомбежек украинских городов, а им как-то ну, ну, мы политикой не интересуемся. А вот теперь политика пришла к ним в дом. Тут важное есть сообщение, что оказывается принципиально важным является работа телевизора. То есть, если телевизор перестает излучать какие-то вот эти вот флюиды, мол, Путин о тебе думает, то они сейчас на, на этапе, может быть, царь не знает. Нет, царь о вас знает. Просто он, он занят. Занят очень сильно. Выбраться отсюда. Все, больше ничего, нам не надо. Я вам повторю. Мы хотим выехать, и все. Повторю, на нашем уровне все, что нужно, мы готовы надать коридор. Пока российская сторона не скажет, что мы надаем коридор своего боку, это нереально. Потому что если вы начнете эвакуацию в углу по России, в направлении Уральских гор, то российские военные вас просто пофигачат. США такие заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет GMM. 158 джаз. Байден якобы открыт передачу их к Киеву. Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракеты с ее истребителей, сообщает агентство Рейтинг.